Так. Идущий на профит, рад вас видеть. Лайки, подписочки, колокольчики. Нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем, не забываем. Так, лайк поставили. Давайте смотреть, что у нас по битку и крипте есть. Сегодня, кстати, сделал такую выборку по боту. То есть сейчас мы, вот опять сообщение пришло, мы находимся в балансе. В принципе, лонг-шорт аккаунтов примерно одинаковое количество. Чистых, в смысле. Безделок 37, реверсия 51. То есть сейчас, ну, активное участие, так скажем, на рынке. В общем, что я почитал? За последние вот экстремальные значения. Выбрал последние 20 экстремальных значений. Некоторые повторялись, но просто когда в одно и то же время было несколько экстремальных значений, там, например, сначала 70, потом 80, потом 90, я брал это за одно значение. Всего 20 у нас таких экстремальных значений, когда вот сюда в бот приходило, ну там условно, например, вот как здесь, 12% лонгов. Это означает, что было 88% шортов. Я записывал. То есть получается с февраля 24 по апрель 24 у нас получилось примерно около 20 таких точек, в которых был явный перекос в балансе. Сейчас пользователей уже достаточно много, поэтому с каждым днем эта статистика выравнивается. Со временем, возможно, она станет даже меньше, я думаю, в том плане, что если сейчас 70% угадываний, я думаю, что со временем где-то на 65% упадет, но все равно это очень много, то есть больше 50% это уже хороший вариант. В общем, что тут у нас? В 70% цена движения идет против нас, тех, кто подключен к боту и дает информацию о своих сделках. В четырех случаях это 20% действительно цена не угадывается. Точнее, наоборот, она угадывается толпой. И в двух случаях это примерно 10%. Секундочку. Так, ну, в общем, вот такая вот такая отработочка. Кстати, сегодня, точнее, вчера брал лонг. Вчера были экстремальные значения уже не в шорт, а в лонг. И взял небольшую сделку. Вот. Ну, маленький получился тут. Взял на 66 тысяч, закрыл на 66 440. Ну, то есть такое. Насчет фигур. Ну, то есть зажим, можно считать отработанным. Приходили в зону 0.5, 0.618. В принципе, все. Да, это может до сих пор казаться разворотным. То есть оказаться разворотным. Мы пойдем куда-то ниже, ну, вот как минимум вот сюда вот. В принципе, такое тоже я не исключаю. Но если мы придем куда-то сейчас сюда, то есть это... Тут уже бесполезно какие-то варианты искать. То есть, опять же, приход в зону 0.618.05, я уже не знаю, буду ли я здесь шортить, потому что... Ну, с одной стороны, можно потом на большой зажим. Но по двум касаниям не строится. В том плане, что тут первое касание, это будет второе касание. Возможно, после кульминации будет какое-то третье касание. Но... Опять же, зажим после зажима это гораздо опасно. То есть, если зажим отрабатывает где-то в 80% случаев, то зажим после зажима это уже там 55-50. Ну, так скажем, 50 на 50, а это уже ни о чем. Поэтому, как только мы заходим за линию контроля, причем, ну, не сквизом таким, а вот прям заходим, закрепляемся несколькими 4-часовыми барами, то, ну, тут надо уже искать новые формы. Пальтам. Ну... Энтфириум. Пока ничего не могу сказать. По лайтку. Ну, очень сильное сопротивление. То есть, если выходим, то идем вот сюда вот. Если мы какой-то глобальный вариант смотрим, то я жду лайткоин. Хотите верьте, хотите нет. Гораздо ниже. Около 20. Ну, то есть, где тут у нас первичное сопротивление? Ну, ладно, не 20 хотя бы. Вот. Зону бы я бы расширил. Вот сюда под 40. Снова. То есть, заход на перелой. Где-то от 20 до 40 за альт данные я жду. Так, привет, Артем, благодарю за прогноз. Пожалуйста, что скажешь про Тонкоин Дурва? Блин, упущенная моя возможность такая, я считаю, что Тон... он очень просто мне не понравился, как выходил на рынок. Через как... Короче, я... у меня была какая страта? То, что сейчас будет... Очень сильный отток ликвидности. На этом фоне будут вообще все венчурные проекты, все
высокорискованные проекты загибаться. И Дуров выбрал тактику, то что вот есть Telegram, основная материнская компания, а остальные это вот все сервисы, это как бы вроде как бы и не наше, в том плане, что я думаю, что он не хотел повторения с Грамом и Либрой в 2019 году, поэтому выбрал такой путь. Плюс, как это все подавалось, я помню, клип какой-то с Моргенштерном, то, что быстрее покупаем тонкоины. Ну, в том плане, что обычно на таких уровнях рекламируются скам-схемы, и я очень не хотел выходить. Но, с другой стороны, когда появился кошелек внутри Телеграма, и я видел, что там, ну, спокойно передавались тоны, это, конечно же, в плюсик. И залистили первые тоны, по-моему, на каких-то ноунейм-биржах, где, по идее, единственным вариантом было хранить на TrustWallet. Но не стал я пионером, короче, инвестиции в тонкоин. Сейчас, да, считаю, что это BNB 2.0. То есть вот тон по 2.7 это был BNB по 30. Сейчас это как будто BNB сотка. Влетать в ракету, ну, такое. Ну, то есть, по сути, тон сейчас где-то как BNB от 70 до сотки. То есть, возможно, еще будет какой-то прорыв, потом диапазон очень долгий. Поэтому вот так вот. По Атому. Ну, по Атому давайте на стриме. Я выберу время на этой неделе, сделаем стримчанский, и там разберем многие альты. Артем, спасибо, прокомментируй, пожалуйста. Сейчас многие крупные инфлюенсеры закупают альты. Ты сам закупаешь? Не, и да, и нет. У меня всего лишь 15%, ну, чуть больше сейчас уже, 15% в крипте. У меня куплено несколько альтов. Но я остаюсь изгоем с великим пониманием, что это был великий сарказм. Вот этот вот рост рынка. Потому что Dogecoin, я вижу, что будет по 0,5 копеек. Я вижу, что ТВТ будет по... Сколько тут? Ну, ладно, план минимум 0,47, план максимум 0,22. Итак, многие альты. CRV вообще пошла на перелой. И тут есть все шансы 0,15, конечно, сделать. Ну и остальные там альты тоже выглядят примерно... Ну, тут нету зажима. Solana. Раз касание, два касания, три касания. Здесь будет прорыв. И мы увидим Солану по 9. Но я бы не шортил, сразу говорю, чтобы там никто после того, как увидит данные эскизы, не побежал лупить сотое плечо. Тут даже, кстати, перехай может быть. Но не суть. Тоже вижу по 8. Ну и, в принципе, вот. Мои аргументы такие. Я сохраняюсь в кэше. Да, это нерационально, да, это какое-то время, даже я бы сказал, упущена большая прибыль, но моя страта такая, то есть она отличается от других. Инфлюенсеры могут закупать и продолжать покупать. Все, на этом все. Лайки, подписочки, колокольчики, до новых встреч, да пребудет с вами прибыль, пока.